С недавних пор в китайском городе Тяньцзине появилась новая достопримечательность – фарфоровый дом, China House, China Porcelain House. Это местный бизнесмен и дизайнер Чжан Лянжи таким образом продемонстрировал миру свою богатейшую коллекцию фарфора. Господин Чжан Лянжи всю жизнь коллекционировал фарфор. И к 50 годам решил, что негоже прятать красоту в домашних шкафах. А потому выкупил выстроенную в колониальном стиле в 1920-х годах виллу и превратил ее в необычный музей. 4 года коллекционер сообща со строителями потратил на то, чтобы сделать все так, как он мечтал. И в 2007 году, 2 сентября, фарфоровый дом распахнул свои двери для посетителей. В этом музее экспонаты не пылятся на полках. Весь дом, его стены и крыша, и есть музейный экспонат. Все здания декорированы фарфором, и на его отделку ушло более 5000 древних ваз, 4000 тарелок и 400 миллионов мелких фарфоровых фрагментов. Большинство из них имеют историю в сотни, а то и тысячи лет. Объединенные вместе, они по замыслу автора проекта Лянжи, создают невероятно захватывающее архитектурное сооружение. Хотя владелец не афиширует ценность музея, эксперты оценивают его в 2 миллиардах юаней. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.